Всем привет, с вами Комори Плей, и сегодня мы продолжаем играть в Ark Survival Evolved на карте Кристальные острова с модом Additional Creatures и всеми его дополнениями. За кадром я тут решила поставить заборы для того, чтобы оградить нашу базу. Ну, пока я поставила ворота на бегемоты, поэтому они пока будут выглядеть так. Но я буду по мере готовности делать все больше. И по поводу имен. Сегодня мы назовем Кархародонтозавра Акулозубый. И меня попросили назвать одного из динозавров именем Максим. Поэтому красная панда будет у нас Максим. Думаю, что в этой серии мы не будем заниматься стройкой. Но, честно говоря, я покрафтила бы разные вещи для продвижения в нашем выживании. Ну, во-первых, я бы поставила бы метки на животных некоторых. Например, вот на птера, на кархародонтозавра, на кого-то еще, чтобы проще было их перемещать. А для этого нужно пожарить первосортное мясо. Вот только я забыла, куда я поставила костер для жарки мяса. Надо поискать его. Поставим костер для жарки мяса вот сюда. Можно даже, в принципе, вот сюда поставить его, возле основного костра, пускай стоит вот здесь. Все, мясо жарится, так что ждем, пока у нас приготовятся первые кусочки. И, кстати говоря, у нас же появился новый динозавр, латиозавр. Он тоже крафтит наркотики. Смотрите, уже 56 штук, нужно еще наркобери собрать. Можем скинуть ему больше наркобери и прокачать навык изготовления. По идее, он должен быстрее готовить. Уже две штуки сделал. Я бы поставила метку на птера, может быть, еще на крокодила или на рыбу. Так, птер, это тебе. Акулозубу мы поставим метку. Не забудем про крокодила. Давайте прокачаем ему хотя бы немножечко ХП до 15. И пока метку одну оставим себе на всякий случай. И, кстати говоря, давайте поставим уже и водную базу. Нам хватает всего. Нам не хватает полимера, слитков металла, цементной пасты. Но там немножко. Ну, куда-нибудь вот сюда, наверное. Надеюсь, это будет не слишком маленькое место. Посмотрим. Так, ну что, берем крокодила и отправляемся путешествовать. В первую очередь предлагаю отправиться в воду, потому что в воде мы еще не были. У нас тут пока я не вижу ничего интересного, но может потому, что мы еще мало где были. Крокодилы быстро плавают, поэтому проще будет нам смотреть что-нибудь. Ой, смотрите, это что, у нас касатки что ли или что? Давайте побыстрее приплывем туда, посмотрим. Вы кто такие? Ой, это кашалот? Вы агрессивные? По-моему, нет. Это у нас такие коты, но они очень маленького уровня, по крайней мере, недостойного. Максимум 150 уровень, поэтому я не знаю, может быть их забить? Ой, смотрите, там какие-то интересные подводные ящеры. Ничего страшного, мы их тоже забьем, наверное. Ну что ж, посмотрим, что они умеют делать. Куда они делись? Уплывают? Так они пугливые. А это у нас нарвалы. 255, кстати говоря. Это хорошо.
135, вот самочка есть 255, можно ее взять, но сначала я хочу взять дроп. Чертеж на топор тоже неплохо. Тут, честно говоря, очень много чего интересного. Это что за странный хвост торчал? Оно агрится. 45-е всего лишь. Но, честно говоря, не понравился и подводный мир. Надо посмотреть его более подробно. Разумеется, для этого нужен аквалогический костюм. Или как он называется? Подводный баллон для плавания. Ого, смотрите. Но базилозавр, это понятное дело. Вот эта вот большая штуковина похожа на гигантского ихтиозавра. Шанизавр. 450 уровень. Если не ошибаюсь, он притамливается оглушением, потому что я о нем читала еще давно. А это касатки. У касаток, если не ошибаюсь, приручаются детеныши. Вот детеныши касатки. Но, честно говоря, у меня пока нет костюма для плавания, поэтому не будем рисковать. Поплыли дальше. А на костюм нам нужно скрафтить как минимум станок, потому что без станка мы не сможем ничего сделать. Вот, смотрите, еще один орезанозавр какого-то уровня. 45-й, маленький. Вот еще нарвалы. А это альфа-мегалодон, кстати говоря. Смотрите, давайте его забьем. Какого-то уровня, интересно. Наверное, большого. Да, мы с ним не справимся сейчас. Тут слишком много мегалодонов. Давайте отдохнем на бережку немножечко. Ой, там за нами бегает какой-то скорпион. Ты кто такой? Он еще оглашает. И у него очень много хп. Хотя, смотрите, мы его почти убили. Он всего лишь 60 уровня. Да, нашему крокодилу нужно прокачать и урон, и здоровье. Давайте сделаем второй заход. Может быть, получится убить мегалодона. Где он? Вот, вроде бы. Да, это альфа-мегалодон, 165-й, плывет ко мне. Надеюсь, мы справимся. Нет, не справимся. Поплыли отсюда скорее. Мы уже почти потеряли здоровье. Там угрей очень много было, а жизни у нас очень мало. Приплыл, смотрите. Значит, нам нужно более подготовленное животное для таких сражений.
Предлагаю вызвать кархародонтозавра и на нем походить здесь. Мне просто интересно посмотреть, что будет в секвойке. Может быть, там будут интересные животные, которых мы не видели до этого. Ой, смотрите, а это кто такой? Гигантораптор. 390-й. Может быть, оглушить его? Тут никого такого опасного нет. Единственное, вот барионикс я вижу. Давайте попробуем его оглушить. Ну что? По идее, сейчас он должен убегать уже. Не убегает. Все, упал. Но он довольно сильно бьет, потому что у нас уже у кархародонтозавра часть здоровья нет. Так, ты, похоже, что приручаешься мясом. У тебя мясо есть? А у тебя мясо есть. Правда, очень мало. Почему-то нужно больше. Держи. Тебе говоря, жаба 405-я. Давайте тебе тоже оглушим. Все, уснула. Тоже мяска принесем ей. У нас мало осталось, конечно, но я думаю, нам хватит. Кушай. А мне кажется, может быть, он ест и ягоды. Что у нас есть из ягод? У нас есть межеберри. На всякий случай положим грибы и ягоды. Ну, на всякий пожарный. Приручение пошло. Что, интересно, кушает? Я не знаю. Так, жаба уже приручается. Ждем, пока они будут готовы, и продолжим. Есть ли возможность скрафтить седативный наркотик? Так, нам нужен стимулятор. А вот я стимулятор не брала. Да, ты будешь очень долго приручаться. Можно уже за это время скрафтить хоть что-нибудь. Так, сколько стоит еще камни немножко собрать? Так, жаба приручилась. Иди за мной. Так, я тебя отправлю домой. А пока поработаю со ступкой с пестиком. У нас, по-моему, фундамент можно уже скрафтить, да? Одна штука. Вот, все, скрафчиваем. И дадим этому животному. Так, смотрим. Да, мясо он ест все-таки. Первосортное. Так, уже половина. Все, и он приручился, наконец-таки. Отправляем тебя домой. Предлагайте имена. И отправимся дальше. У нас, правда, осталось очень мало. Ой, смотрите, что это? У нас жемчуг. Неожиданно. Давайте все-таки возьмем его немного. Нам пригодится. Ну вот, уже светает, поэтому сейчас будет проще смотреть на животных, потому что я с гаммой, конечно, могу. О, смотрите, овес, кстати говоря. Пригодится. Ну, просто пока походим, посмотрим, что здесь такое. Потому что стрел у нас почти не осталось. Для того, чтобы оглушать животных.
Можно здесь сделать водную базу, как вариант. Но для этого нам нужно больше ресурсов, что нам не хватает для водной базы. Ой, почти всего. Давайте так, я сейчас отправлюсь домой, наберу ресурсов и отправлюсь сюда. Думаю, будет лучше всего именно так сделать. Вроде место хорошее, думаю, что самое то для того, чтобы поставить базу. Правда, нет, мелковато, мне кажется. Тут только одна яма, и то не факт, что мы тут нормально выберемся. Если вот так будем выезжать отсюда. И тут еще кристаллов полно. Наверное, проблематично. А здесь? Здесь у нас глубоковато. В принципе, как вариант, можно все-таки здесь поставить базу. Если что, будем уже дальше пробовать по-разному. Минимум она в безопасности здесь. Поставим здесь портал. Вот, и назовем его как-нибудь... Назовем вода. Пускай у нас будет здесь водная база. Как минимум будет проще уже отсюда как-нибудь убираться. И отсюда уже будем крафтить бегемот и все остальное, что нам нужно для водной базы. Ну и отлично. В принципе, мы пока оставлять здесь крокодила не будем, наверное. Опасно, потому что у нас нет ничего, ни заборов. Каких. И, честно говоря, я пока хочу попробовать приручить касатку. Если это получится. Где тут детеныши? Вот он вроде. Детеныш касатки. Он приручается мясом? А у меня мяса нет. Может, у крокодила есть, конечно. Да, есть немножко. Давайте пробуем приручить. Так, смотрите, да, он приручается. Ты у нас 420 уровня, высокого. Думаю, было бы неплохо тебя приручить. Так, ну что, почти приручили. Осталось пару раз покормить и все. Все, приручилось. Пойдемте с ним в ту сторону. Хотя бы, чтобы его акулы не съели. Плывет? Да не акула плывет. А ну-ка иди отсюда. Еще одна акула. Наверное, мы пока будем ее выращивать у нас возле речки. А потом уже будем разбираться. Телепортируемся обратно домой. Надеюсь, все попадают. Вроде бы да. Я кое-что сделала не так. Мы забыли орку вот в том месте. Давайте отсвистим и пойдем депортируем еще и касатку. Только в водную базу. Да, получилось, наконец-таки. Теперь нужно дать ей еды побольше. И будем ее выращивать. Ну а также сделаем седло на всех животных. Ты уже выросла на 26%. Будешь требовать заботу через 13 минут. Хорошо, пока мы скрафтим седло и поездим на других животных. Гиганта Раптор Седл. Вроде бы это оно. Похоже, что касатка без седла, потому что я не видела никакого седла здесь. Ну что ж, давайте скрафтим на гиганта Раптора и на жабу. Жаба все понятно, давайте ей дадим седло. Потому что она у нас будет собирать такие ресурсы, как цементную пасту. Нам пригодится. Кстати говоря, она очень похожа на мою старую жабу, которая была в прошлом выживании. На гиганта Раптора.
У него целых... Так, а что я не то сделала? А, это не то, да. Давайте посмотрим гигантораптор. Нужно седло на тиризинозавра. Давайте раскрасим седло на тирезину. К этому меня, конечно, жизнь не готовила. Посмотрите, что со мной случилось. Очень удобное седло, да. Уж. Ну, надеюсь, его как-нибудь починить, потому что это, конечно, не очень красиво выглядит. Минимум я не управляю на седле и надеюсь, не буду застревать. Там. Вот, я уже застряла. Так, как там получается со вниманием? Через 6 минут. Мы еще успеем, поэтому давайте покатаемся на гигантарапторе. А мы уже застряли. Да уж. Хорошее животное. И конкурсы интересные. Давайте хотя бы немножко покатаемся тогда, посмотрим, на что оно способно. Раз уж мы его приручили. Конечно, багованное безумно. Вот там, по-моему, быстро все бегает. Крокодил был, вот он. Так, левая кнопка мыши. Быстро. Это клюв. С это крик какой-то. X, Z, ничего. Control, ничего. Прыжок тоже ничего. Следовательно, он бьет лапами и клювом. Что он собирает? Давайте посмотрим. Лапами не собирает, клювом. Собирает ягоды. Ну, это уже хорошо. Ест мясо. Камень собирает? Нет, не собирает. То есть он собирает только ягоды. Но я думаю, что можно его прокачать. Неплохо. Так, смотрите. Давайте хотя бы до 15 тысяч здоровья сделаем. Качается очень сильно, быстро. И давайте в урон. В принципе, прокачивается неплохо уже. 400 урон. Предлагайте имена. Гигантораптору, жабе. А также тем животным, которых мы еще не назвали. И не забудьте еще касатки. В следующей серии мы, скорее всего, будем обосновывать водную базу, доделаем тут стены, поставим еще постройки различные. Ну и будем привлекать других животных, скорее всего водных, потому что мы еще водой почти не занимались. Единственное, кто у нас есть, это вот эта касатка. Заботы от. По-моему, я видела, что кто-то выходил из игры, а потом снова заходил. Давайте я пробую так сделать. Просто хотела вот это узнать. Так, все равно хочет заботы от. Еще есть вариант вот что сделать. Действие снять клеймо. Вот. Азулберри. Все, теперь можно делать привязку. Давайте привяжем. Все, 33%. Теперь есть привязка. Нет такого, что нет бага. То есть можно было также и с амфиционом сделать. Так что с вами я на этом прощаюсь. В следующей серии мы уже вырастим касатку. Мы тоже покатаемся. Всем спасибо. Всем пока-пока.